Екатеринбургской администрации большая перемена. Начальник управления образования города Евгения Умникова уходит на пенсию. Этот пост она занимала 11 лет, которые стали знаковыми для этой социальной сферы. Так, за время, пока управление образования возглавляла Евгения Умникова, город добился исчезновения очередей в детские сады. Сейчас всем детям от 3 до 7 лет путевки туда обеспечены. В городе который год реализуется проект обновления школ. Их подгоняют под стандарт 5 звезд. Интерактивные доски, электронные учебники стали обычным делом. Еще до того, как страна взяла курс на повышение зарплат бюджетникам, в Екатеринбурге вели свои надбавки работникам садиков. Свои дела Евгения Леонидовна будет сдавать до конца года. Впрочем, она продолжит работать и на пенсии, где конкретно еще не решила. Но сперва отдохнет. Может быть, даже начнет писать книгу о профессии чиновника и освоит новые виды спорта. Встать на роликовые коньки я планировала. Но мои коллеги управления здравоохранения мне рассказали, что это достаточно травматичный вид спорта, поэтому лучше бы его избегать. А в целом, в последнее время мы с мужем стали большими поклонниками скандинавской ходьбы. И не исключаю, что мы какие-нибудь такие интересные маршруты реализуем.